Художественный шедевр или мультяшная картинка? В центре города появился новый мурал, посвященный 90-летию Караганды. В чем идея и нравится ли он карагандинцам, выясняла Людмила Батюшкина. Мурал в виде многоярусного торта появился в самом центре города, на стене девятиэтажки напротив остановки ЦУМ. На каждом ярусе изображены казахские народные традиции. Встреча родившегося ребенка дома, шедилхана, тусау, кису, перерезание пут, кыс, узату, обряд проводов невесты, свадьба и отбасылык дастархан, застолье в кругу семьи. На вершине взрослая пара поджигает свечи на юбилейном торте. Мурал символизирует непрерывность жизни, глубину семьи и преемственность поколений, объяснили свою идею создатели из центра урбанистики. 90 лет Караганде, юбилей будет у Караганды, такая дата единожды, поэтому выбрали этот фасад. Плюс на этом фасаде раньше была всякая разная реклама разного характера, которая там и букмекер и так далее. А сейчас здесь на фасаде очень классный красочный рисунок, который будет радовать жителей и гостей города. Торт, потому что спонсор мурала – кондитерская. Это подарок городу, объяснили в центре урбанистики. Трудилась над картиной также команда художников ARG. Жители дома не все поддержали идею, но активисты даже помогали. Завозить. Нужно же было вот это все тяжелючее, вот эти у них сваи, вот это все они что делают, тележку и так далее. Поэтому всяческое содействие, как житель дома, я, конечно, оказала. Потому что нужно было и поднимать на лифте, а на лифте у нас не все ездят. Лифт у нас не специальный, не грузовой. А вот потихоньку все, что мы делали, все мы сделали совместно, можно сказать. И я довольна ребятами, потому что ребята художники. Они работали и денно, и ночно. Почему денно и ночно? Потому что действительно и ночью приходилось им работать, и днем, потому что под палящим солнцем. Но видите, как видите, что мурал получился шикарный. Карагандинцы отнеслись к муралу не одинаково. Одни считают, что мурал украсит город, другие, что он слишком мультяшный или вообще стены должны быть чистыми. Красиво, нравится. 90 лет Караганде, надо как-то украшать город, я так думаю. Ну, ребята постарались, я даже не знал, что можно на такой высоте так нарисовать. Специалисты, хорошие специалисты, они узнаваемы лица. Близко нет, а сдалека смотрится. Я любуюсь. Постоянно. Это же великолепно. Нравится вам или нет? Не очень. Авторы мурала дали гарантию 3 года, что картинка продержится. Если с ней что-то случится, будут восстанавливать. Но, говорят, муралы в среднем держатся 10 лет. После, по согласованию с акиматом, или будут наносить поверх другой мурал, либо обновят краски на этом. Людмила Батюшкина, Ирина Ненашева, 5 канал.